не сказать, что ведут игру Локомотива. Йоренс. А вот теперь ведут. А вот теперь Озу Барреро. Голевая передача. Йоренс Гомес с правой ноги, не с левой. Акцентирует на это внимание. Забивает гол. 3-6. Я говорил о том, что третий период, даже несмотря на то, что крылья ведут 4 мяча, будет интересен. Крыльев наверняка силы покидают быстрее. И Локомотив тоже, я уверен, это понимает. Позиция абсолютно не железная. Из всех бразильцев, мне кажется, самый железный — это Датинья. Ну, наверное, еще Бруно Шалвера, я вспомню.